Доброго всем дня! Вот я оказалась в районе сахарного завода. Это улица Космонавтов. Она как бы достаточно как бы далеко находится от центра. Вот видите, там уже окраина. Вот, но улица очень спокойная, очень такая, знаете, приятная. И сейчас немножечко пройдем по этой улице. Вот. Видно, да? Здесь дом как бы тоже продают один, но я сейчас не смогла там достучаться. Соседи сказали, что дом этот продается. Возможно, будет у кого-то заинтересованность, можно будет потом попытаться уточнить. Дорожное покрытие здесь, видите, как бы гравий, но очень так качественно как-то он утрамбован, нет как бы каких-то ям таких, как бывает иногда, знаете, на таких дорогах. Вот такой тут тоже домик. Симпатичный. Ну, улица такая, знаете, прям приятная. Есть, конечно, недостроенные дома, но в основном люди здесь живут. Вот этот домик продается, сказали мне. Цену я не смогла уточнить. Но... где-то в районе 5 миллионов, сказали, он как-то стоил. Так выглядит эта улица. Достаточно спокойное место. Дома здесь в основном как бы двухэтажные или с мансардой. Приятное такое место. Кто-то еще здесь строит. Кто-то уже проживает. Знаете, есть такие места на окраине, очень такие, ну как сказать вам, благоустроенные, и ну, нет там суеты лишней, нет транспорта. Здесь приятно, конечно, жить, потому что как бы, ну, нет беспокойства лишнего у людей. Все так тихо здесь. Сейчас еще повернем на переулок Заводской. Тоже так, знаете, приятно как-то выглядит. Он небольшой. Ну, есть участки там немножечко такие еще не обустроенные. А есть
весьма обустроены. Ну вот, сколько мы видим, вот это все улица Космонавтов. Мы выходим на переулок Заводской. Здесь уже сейчас будет более оживленно. Видите, здесь вот асфальтированная дорога буквально идет вот до выезда из станицы. Вот там выезд. Вот. Очень такое место удобное. Вот это уже улица Строителей здесь у нас. Угловые вот дома здесь. И идем мы по переулку Заводскому. Здесь как-то, видите, построены дома очень как-то каком-то типовом строительстве, то есть по одному какому-то принципу несколько, да, возможно, какие-то застройщики тут работали, возможно, несколько человек выбрали одинаковый проект. Ну вот смотрите, как похожи, да, дома. Общежитие. Сейчас я не знаю, в каком статусе этот дом. Говорили, что когда-то это было общежитие. Ну, так вот здесь мы прогулялись. Это самая окраина фактически станицы. Уже видите, как неплохо здесь. Домовладениях. Еще хочу вам показать один домик. Он мне всегда очень нравился, когда я мимо проходила. Вот тоже, видите, такой типовой немножечко, как бы, да? Так, территория здесь благоустроена. Приятно все. В таком стиле европейском, да? Газоны. Так. Очень милая территория здесь. Надеюсь, видно. Это
это переулок Заводской. Вот две улицы сегодня еще мы с вами увидели. Посмотрели, как живет станица ленинградская. Здесь двухэтажные дома тоже есть. Там целый райончик такой двухэтажек в этом месте. Может быть, когда-то тоже пройдем. Ну вот, всем всего доброго. На этом заканчиваю. До свидания.